Работа с резервом управленческих кадров в Ульяновской области ведется третий год подряд. Для муниципальных и госслужащих в рамках федеральной программы проводятся мастер-классы, обучающие семинары, курсы повышения квалификации и стажировки за рубежом. Согласно статистике, в резерве числится 129 человек. Сегодня некоторая их часть слушает курс лекций в корпоративном университете Ульяновской области. Занятия стартовали в августе. Накануне прошли очередные семинары. К примеру, тема одного из них – формирование управленческой команды руководителя. Сегодня это очень важная, актуальная тема, потому что те проекты, которые сегодня у нас реализуются в регионе, они требуют не только профессиональных, значит, не только профессиональный подбор кадровый, но очень большую роль играет формирование личностных качеств и тех людей, которые участвуют в команде. Занятия подобны лекциям в университете. Сначала преподаватель зачитывает теоретический материал, а затем слушатели применяют его на практике, выполняя определенные задачи. Они не взяты из воздуха, и это конкретно примеры из жизни региона. Я на самом деле пришел сюда за знаниями, обновиться немножко изнутри, пообщаться, посмотреть опыт именно действительно теоретический, обмениваться с практиками, с теми людьми, которые будут других коллективов, у которых свои тоже есть опыт уже свой наработан. Первые семинары проводились большим коллективом. Затем студенты поделились на группы. Каждый из них – индивидуальный подход. Группа мне очень понравилась. Она немногочисленная, но, тем не менее, готова работать, готова обсуждать. Нет никакой зажатости абсолютно. Коллеги идут на контакт. И мне очень понравилось, что они могут критично оценить свою деятельность. В корпоративном университете прошло уже 4 сессии лекций. Впереди еще 3 занятия. По окончанию курсов участников ждет итоговое испытание – защита собственных проектов. Рената Алиулова, Константин Никитин, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.